Всем привет! Вы на канале Ренс Крокотабар Сеньор, и сегодня мы с такой котик. А что мы сегодня будем делать? Да, мы сегодня будем что делать? Открывать Дейки Лол. Это не страшный лол, я просто сидела, не была нуда. И решила снять видео, да. Это лол тваринки, у меня много тваринок, там я сейчас снимаю. У меня есть два лола, как их я делала. Это первый такой большой. Первая из серии. Кто же тебе молодец? Лолтвер. И маленький такой, тоже такая фигурка. Такая, то есть немножко меня характер сделала. Вот это тоже первая серия. Вот. Здесь первая серия. Я не знаю, как их нам сейчас открывать. Давайте что маленький откроем, когда она берется 5 лайков и 1, ну да, 5 лайков, ну давайте 10 лайков, я открою вот такой вот большой только. Давайте сейчас положим. А, и не сверкайте, вот что здесь у меня, это лизун и попыточку. Сейчас давайте сделаем как все можно. Немножко мне все светится, что сейчас рано. И сейчас открою вот такой вот маленький. Так, немножко посмотрим. Вот, творинки. Ну, давайте откроем. Можем и это я сделала, да. Я просто малевала как небо, и мы некрасиво пошли. Можно согласиться. Сейчас. Мне не важко было. Это не бумажный лол, ну только вот это обходка бумажная. Сейчас нам нужно для того, чтобы ножницы, чтобы не порвать, потому что я не хочу порвать. А хотя другой сырой, конечно, еще трава. Сейчас я либо я считаю ножницы. Я нашла. Сейчас такой беру. Вот, сейчас откроем. Аккуратно я открою. Ну, не всегда мне выходит аккуратно, мне на впаки выходит. Ну, да ладно. Вот. Важко открывать, конечно, что аккуратно здесь. Потому что это папир, это... Ну, легко разрывается. Ах, сейчас открою и проверю. Я, конечно, не все открыла. Вот. Так вот, только она открыла. Открыла. Аккуратно с него. Ну, чтобы вам показать, что у нас такая там. Так, здесь нам еще разрезать. Вот. И мы можем открывать. Здесь у нас что-то выпало. Вот такая вот наклеечка. Выпало. Сейчас покажу поближе. Вот. Hello Kitty. Красивенькая. Выпало у нас. Еще хочу сказать, что тут только два слоя. Дальше. Тоже тебе попадется, и у нас здесь открывается, ничего нет. Так. Вот, здесь такой пипер. Так, пиперчика, и сейчас мы откроем такой вот капсулка. Капсулка, здесь у нас червоненький и беленький. Так, сейчас откроем. И здесь у нас два пакетика. Это первый такой маленький, второй вот такой. А что это тоже маленькие пакетики, даже не знаю какие, что походу вот здесь, либо сейчас здесь что-то коричневенькое. Давайте сейчас откроем. Вау, да, это тверинка. Такой вот паучек у нас красивенький. Сказал, что с ним идет.
Сейчас откроем вот этот маленький пакетик. Отложим. И здесь у нас каша. Такой корм. Можно кушать. Вкладыша я не знаю, почему нет. Я не сделала. Мне кажется, не нужно было. Это, не знаю, чья это рыба, как ее звать. Ну ладно. Вот такая вот. Вот такая вот тваринка у нас попалась в маленькие капсулки. Вот такой вот. Первый сезон серии. Ну и что скажу, по сравнению с ним, как вы сейчас не можете с ним посмотреть, мне что-то глазками походу. Ну и довольно красивенький, а вот здесь у нас что-то с сердцем. А вот наклеечка, не знаю, при чем тут наклеечка, просто наклеечка такая вот. Она даже не лепится, не знаю, это что, татуировка на губах походу. Но я не буду ее выкрасывать, это просто будет так. Вот, вы были на канале Ирэнскарта, просто подписывайтесь, поставьте лайк, и что вы наберете 10 лайков, 10 там, сейчас, 10 лайков, то я сниму новое видео и открою большой, тоже первая серия, вот, большой игру. Поставьте лайк, я там 10 лайков, это не только. И столько, и мало. Ну, всем пока. Вы были на канале Ирэнскарта. Добрый день, и с вами Ирина.